Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас сегодня в нашей студии. С вами сегодня я, Николай Новицкий, и наши гости, которых я представлю немножко позже. Для начала хочу сказать, что многие из нас пришли в интернет с разной целью. Да? Разные люди здесь находятся. Кто-то уже имел многое, да, но потерял, а теперь хочет это все вернуть, возобновить. Кто-то не имел, но хочет это иметь, да. А многие имеют, но хотят иметь еще больше. Я вчера говорил, что 95% потребителей интернета ищут ответы на свои вопросы. И многие из них не добились успеха в интернете. Почему? Они как раз хотят это знать. И для этого как раз существуют такие школы. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих, верно? Ну, а теперь я сейчас поставлю слайды и представлю наших гостей. Сначала выступит Алексей Сукачев. Так. Алексей Сукачев, MLM-предприниматель, тренер по мотивации и личностному росту. Доход на сегодняшний день составляет 10 тысяч и более в месяц. Команда у него более чем 6,5 тысяч человек. И хочу сказать, что этот человек имеет возможность путешествовать в разных странах каждый год 5-6, я знаю, что и более раз постоянно путешествует, и многие со своей командой, многие страны ему покорились уже много-много раз. И сейчас немножко полистаю, покажу слайды. Вот это, если я не ошибаюсь, в Тунисе. Это вот на квадроциклах развлекаемся. Это вот он с женой своей на ланче. Это мы в Харькове на семинаре. Как видите, я сюда попал. Вот как раз смотрю на вас. Это Алексей со своей командой. Это тоже, по-моему, в Тунисе. Это он со своей женой, по-моему, в Египте, если я не ошибаюсь. Ну, это мы вдвоем в Харькове. Так, ну что, и сейчас я представлю второго нашего гостя. Это Оля Корчемкина. Это тоже успешный предприниматель, организатор и просто замечательная женщина и хороший человек. Вот тоже несколько слайдов из ее путешествий. Это тоже, по-моему, в Тунисе. Это, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, это как раз перед поездкой на саммит в Америку, да, Алексей? По-моему, так. Это вот, не помню где, но вот тоже там где-то. Николай, слайды не видят, очень быстро листаете. Да? Николай, слайды не видят люди, пишут в чате, что не видят слайды. Сейчас, секундочку. Так. Ни мои, ни Ольгина, они практически не видели. А ну я сейчас вернусь с самого начала. Так. Так. Я сейчас остановлюсь. Напишите, пожалуйста, плюсики. Видно слайды или нет? Если видно, поставьте плюсики. Так, видят. Ставьте побольше, побольше плюсиков ставьте. Так, видно, да? Так, следующий слайд. Так, следующий слайд. Я вот немножко так буду с задержкой, чтобы была возможность загрузиться слайду. Так. Я вижу плюсики, значит, все слайды видят, да? Да, просто не спешите, я понял.
Так. Далее. Это вот на квадроциклах, которые показывал Алексей. Он постоянно путешествует со своей командой. Редко, наверное, он путешествует один. Я думаю, он всегда путешествует с командой по разным странам. И это здорово. Это вот с женой они вдвоем. Жена у него красавица. Хочу еще сказать, что Алексей ведет здоровый образ жизни. Он не курит, не пьет. И даже, по-моему, не ест мясо, если я не ошибаюсь. Так, это мы на семинаре в Харькове. Это вот в светлой рубашке, это я. Так, Алексей, вы уже видите. Так, далее. Это Алексей со своей командой. Это в Харькове на встрече. В Харьков съезжаются с разных городов, даже с России приезжают на семинары. Так. Это вот такие большие ананасы. С турецким это, таким тесаком подходишь, вот отхватываешь кусок, и сразу можно кушать. Так, это вот, по-моему, в Египте, да? Я точно не знаю. Так, всем видно сейчас, да? Поставьте еще плюсики. Нормально ли ставил? Всем загружается? Все, хорошо, спасибо. Так, это мы вдвоем с Лешей. Так, далее. Так, а вот теперь Оля Корчемкина. Значит, это я взял с ее блога. Если вы хотите жить лучше, стремитесь изменить свой стиль жизни, хотите увеличить свой уровень доходов, мечтаете достичь финансовой свободы и независимости и просто хотите жить жизнью качества люкс, мои знания, мой опыт, все для вас. Правильно? Так. И вот это слайды, фотографии из тех мест, где Оля путешествует. Вот это большой такой ананас. Это вот перед поездкой на саммит в Америку. Так, пишут, все прекрасно видно и слышно. Хорошо. Так. Далее. Следующий слайд. Так, вот смотрю, везде ананасы растут. Так. Так, Алевтина, видно, все нормально. Так, это на пиратском корабле. Спасибо, Алевтина. Так, ну и последний слайд, это вот вы меня посередине видите, вокруг меня две прекрасных женщины. Вот. Ну вот, в принципе, все слайды. А теперь я хочу познакомить вас с нашим первым гостем Алексеем Сукачевым. Так, сейчас загрузится. Ну вот, вот так вот представили? Да. Добрый вечер, друзья. Предлагаю проверить звук, поставьте десятки, если слышно хорошо. Хорошо, Николай представил так очень интересно.
Долго. Непривычно даже. Прям как-то да, красиво глубоко пропиарил. Спасибо тебе, Николай, за то, что ты пригласил на эту конференцию. Будет очень интересно и полезно сейчас общаться, выдавать полезности для людей. И заранее хочу поблагодарить за приглашение, ну и буду стараться быть максимально полезным. Действительно, мы с Николаем в хороших отношениях, причем уже знакомы не первый год, и мне очень приятно, что Николай в этом проекте, в вашем проекте реализовался и достиг, я так понимаю, одних из самых больших топов. Вот, и жил здесь встречу, я не мог отказаться, потому что, во-первых, есть чем поделиться, во-вторых, моя цель, чтобы в общем индустрии сетевого бизнеса процветала, неважно, в какой компании это будет происходить, но, конечно же, дать какие-то фишки, которые улучшат ваше качество жизни. Добрый вечер, любовь. Поэтому, в ключе, друзья мои, если начать знакомство, да, то могу сказать, что я сам около 6,5, скоро будет 6,5 лет, я работаю сетевой индустрии. Достиг определенных результатов. Сам я с обычной, можно сказать, бедной семьи. Рос я все осознанно в детстве без отца. У меня не было ни возможностей, ни связи, ни денег, чтобы преуспеть. Но у меня была одна страстная мечта. Я мечтал ехать жить хорошо. Вот плюс, кто со мной является единомышленником, у кого есть банальные, большие, маленькие мечты жить хорошо, помочь своим близким, родным, достичь успеха, процветания и вывести свою семью на финансовое процветание. Есть, хорошо. Вот у меня эта мечта была, но я не знал, как это сделать. И, слава богу, в один прекрасный момент один человек, которого я обслуживал в своем предприятии, а занимался я на тот момент несколько лет назад продавцом напольных покрытий, продавцом строительных материалов, да, и ко мне подошел человек, который сказал фразу, которая изменила всю мою жизнь. Он сказал: «Алексей, если ты хочешь достичь абсолютной свободы и стать богатым, успешным человеком, ты должен искать любую возможность, чтобы работать на себя. Найти какой-то проект, найти какую-то тему, да, чтобы это был пассивный доход, чтобы ты мог создавать свое собственное дело, свой собственный бизнес». И вот, друзья мои, 2 месяца прошло, и я уволился с работы и больше никогда после того не работал на кого. Я работаю в сетевой компании, в сетевой индустрии. И безмерно счастлив. Потом я услышал вторую фразу. Фраз было много, но один мультимиллионер сказал фразу: «Если вы не зарабатываете 10 тысяч долларов в сетевом маркетинге, вы являетесь аматором этого бизнеса. Если вы зарабатываете 10 тысяч долларов и более, то вы профессионал». И вот меня всегда эта цифра интересовала, я хотел стать профессионалом, и в прошлом году я достиг этого рубежа, то есть я вышел на доход 10 тысяч, и потом мой максимальный чек составил более 12 тысяч долларов в месяц в сетевой индустрии. То есть я могу причислить себя уже к такой касте профессионала сетевого бизнеса. Ну и сегодня хотел бы вам, возможно, полезности со своего опыта, о каких полезностях мы сейчас с вами разберем. Вот для начала хочу познакомить, так как мы друг друга еще не знаем особо, да, вы обо мне знаете, чем я о вас. Вот, и хотелось бы все-таки понять, кто передо мной. У нас с Ольгой действительно дилемма, потому что ну, не совсем легко давать информацию людям, которых ты не видел в глаза, еще не общался, да. И хотелось бы давать не как абстрактную информацию, лишь бы в небо, знаете, пульнуть, а хотелось бы дать информацию, которая, за вот эти 15-20 минут, которая будет максимально полезна вам. Поставьте 10 баллов, если у вас с звуком и с видео все в порядке, чтобы я был спокоен. Светлана пишет, звук зависает. Светлана, значит, бывает нужно поменять браузер, либо просто нажать F5. Окей, поэтому предлагаю познакомиться. Вот, пишут, я пенсионерка. Заодно вот хотелось бы понять целевую аудиторию, кто сейчас находится в конференции. Напишите из этого, Я сейчас напишите сюда свой нельзя возраст. подходить. Может, вам 14, а может, вам 44, а может, даже Забываю ключ. 64 и более. Напишите возрастную категорию, чтобы я понимал все-таки, с какой позиции давать информацию. Пока я заметил 60 с хвостиком максимальный и 21 минимально. Ну, средняя возрастная от 40 до 60. Правильно? Вот где-то такая возрастная категория в среднем от 40 до 60. Окей, хорошо, понимал,
где кто находится, где кто живет. Вот буквально одно слово, какой это город. Донецк, Приднестровье, Алтай, Ставрополь, Челябинск, Баку, Киров, Львов, Казань, Башкирия, Кировоград, Абакан, Италия, Днепропетровск, Татарстан, Красноярск, Харьков, Стерлитамак, Качар, Прага, Республика Алтай. Вот эта география, круто, Новосибирск, круто, Израиль. Отлично, друзья мои, теперь я знаю примерно, сколько вам годиков каждому из вас и с какого года находитесь. Ну, немножко познакомились. Хорошо, у меня к вам следующий вопрос. Продолжаются города из Израиль, Казахстан, Ставрополь. Следующий вопрос, чтобы все-таки ближайшие где-то 10-12 минут, которые мне еще отведены, я так понимаю, по регламенту, напишите, в каком бы направлении вы хотели услышать сейчас мою спич, либо информацию, либо какую-то мотивацию, полезности, либо скрипты. Что вы хотите, на какие ответы, на какие вопросы хотите получить ответы? Вот напишите. И Ольга, я думаю, сейчас тоже будет их видеть и, возможно, продолжит, возможно, какие-то из них, каких вопросов будет больше. На тех мы сейчас и остановимся. Буквально пару-тройку слов напишите, в каком направлении вы хотите услышать информацию от меня. Я думаю, это будет логично, все-таки это будет как бы более интерактивно и даст вам максимально больше полезности. Или я могу, у меня есть десятки разных школ, тренингов, есть персональные коучи, тренинги и так далее. То есть я работаю в этой индустрии 6,5 лет и могу давать практически в любой теме, связанной с сетевым бизнесом, мотивацией, личностным ростом, лидерством и так далее, да? Но хотелось бы то, что интересует вас. Приглашение партнеров в бизнес. Вот Татьяна написала. Давайте еще, ну, 5-7 вариантов, и мы определим, какой из них самый актуальный. Как набрать рефералов? Это вот пока два сходятся. Как правильно рекрутировать? Три сходятся. Мотивация Приглашение приглашения. новых партнеров. Ну, в общем, динамика вырисовывается. Методы приглашения, инструменты к ним. Хорошо. Хорошо. Методы вырисовываются. Самый эффективный метод получения ответа – да. Интересно. Хорошо. Еще парочку записывайте. И, в принципе, у нас флагман вырисовался, флагман вопрос, на который я буду отвечать в ближайшие 8 минут. Ну, Так как мое больше время нужно, да. истекает. Интерес работы с партнерами. Побольше минут Хорошо, 20, все-таки наверное. рекрутинг, да, то есть и тема приглашения больше. Сколько раз можно обращаться к современному сомневающемуся упрямому партнеру? Вас интересует все-таки партнер, сомневающийся, и кандидат в бизнес. Маловажный момент, потому что скрипты к одному и к другому разные. Вот Эстония, да, Новосибирск, кандидатом, кандидаты. Хорошо, ну вот это я на вопрос Эстонии, правильно? Эстония, Новосибирск, я так понимаю, это город Эстония, Новосибирск, вернее, страна. Кандидатом. Хорошо, понял. Сразу начнем с вот последнего вопроса. Сколько раз можно обращаться к потенциальному партнеру? Расскажу вам одну историю. Я люблю истории, люблю рассказывать и показывать примеры из нашего опыта. Есть одна компания, которая является флагманом на рынке сетевого бизнеса. Она делает примерно около 9 миллиардов долларов товарооборота. Находится несколько миллионов дистрибьюторов, а количество долларовых миллионеров, которые она наплодила, мягко говоря, да, или грубо говоря, является максимально рекордным среди всей индустрии. Максимальный чек в этой индустрии, в этой компании достигает порядка полтора, да, и более миллиона долларов в месяц. В месяц, вдумайтесь в эту цифру. Более полтора миллиона долларов в месяц зарабатывают лидеры вот этой компании. Так вот, один из этой компании, выйдя на сцену, рассказал свою историю, которая поразила всех. Говорит, я был предпринимателем, и почему я сейчас здесь нахожусь? Подошла женщина и сказала, слушайте, есть тема, можно зарабатывать деньги, вам может быть это интересно. Он сказал, нет, мне это не интересно, у меня есть своя тема. Потом она подошла через время и сказала, есть классные продукты, можете ими пользоваться. Мне это не интересно, сказал он. У нас проходит классная конференция, пойдемте с нами, предложила в третий раз она.
Он сказал, мне этот вообще не интересует, вы что, не понимаете? Через время она сказала, к нам в город приезжает потрясающий предприниматель, вы должны познакомиться. Мне это не надо, она 12 раз, говорит, приглашала меня в этот бизнес. И на 12-й раз я согласился. На 12-й раз я думаю, блин, да ты отстанешь от меня, все-таки схожу, посмотрю, чем ты занимаешься. Он пришел на конференцию, на презентацию и после того стал партнером и говорит, сейчас я в год зарабатываю несколько миллионов долларов. Я очень благодарю эту женщину, потому что она настойчиво приглашала меня в бизнес. То есть вот это первое, сколько раз нужно приглашать в бизнес. Есть очень классная шутка. Приглашайте человека в бизнес, либо он стал партнером до той поры, либо стал партнером, либо он умер. Вот это два варианта, друзья мои. Либо он ваш партнер, либо его больше нет в этом мире. Это, конечно же, сарказм немножечко, да, но примерно выглядит это так. Но есть вторая медаль. Вы приглашаете в бизнес по принципу миллиона долларов. Принцип звучит так. Да, нет, следующий. Да, важный момент. Вы знаете историю с ракушками. Поставьте плюс, кто знает, как правильно, как люди раньше искали жемчуг и как это связано с сетевым бизнесом. Кто знает историю про ракушки, поставьте плюс. Чтобы я, возможно, не повторялся, потому что она очень известна. Ну, всего несколько в сетевом бизнесе про ракушки. Поставьте минус, пожалуйста. Угу. 50 на 50? Ага, вижу минусов больше. Хорошо, друзья мои, представьте такую ситуацию. Перед вами находится гора из тысячи ракушек. Это история нашего бизнеса, как он строится. Перед вами гора из тысячи ракушек. И вам говорят, в этой тысяче ракушек находится 5 жемчужин, 5 крупных, потрясающих жемчужин стоимостью примерно в миллион долларов. В свое время, когда жемчуг только был найден, он был безумно дорогим. Вы знаете, да, эта история еще в столетиях ранее. Жемчуг был очень дорогим, он был намного дороже золота и других материалов. Так вот, вам говорят, перед вами тысяча ракушек, и 5 жемчужин гарантированно находятся в ракушках. Но, соответственно, 995 жемчужин, ракушек абсолютно пусты. Что вам нужно сделать? Вам нужно перебирать эти ракушки. Логично? Поставьте плюс, если вы считаете, что это правильно. То есть вы берете ракушку, открываете, видите, там жемчуга нет. Откладываете в другую корзинку, либо кучку. Берете следующую, жемчуга нет. Дальше, следующий. Берете следующую, жемчуга нет. Следующий, жемчуга нет. Следующий. Ага, ракушка есть. Вы ее берете счастливым, улыбчатым выражением. Вы обрадовались, что вы нашли этот жемчуг, но лишь для того, чтобы взять следующую ракушку и продолжать следующую, потому что вам нужно найти 5. Вот это есть простой принцип. Но, как делают, я бы сказал, денег, предприниматели, партнеры сетевой индустрии. Это люди, которые берут одну ракушку, и, возможно, вы сейчас поймаете себя на мысли, что вы таким были, либо являетесь. Вы берете ракушку, смотрите, ага, тут нету жемчужины, а дай-ка положу ее под подушечку, пусть там полежит денек-второй. Открываете, а там опять нету жемчужинки. Вы опять, ну, может, она там, ее надо погреть, покипятить, ее, может, надо над ней песенки попеть, может, ее Свечка, куда-то руки не сводить мешай, иди надо. отсюда. А, опять нету жемчужинки. И дистрибьютор тратит полгода родить нерожденную ракушку, да, то есть, но проще всего брать и перебирать. Это называется формула миллиона долларов. Она звучит так. Да, нет, следующий. Да, нет, следующий. Ваша задача давать правильное предложение вашего бизнеса. Это называется одноминутная презентация. Вот многие спрашивают, как эффективно дать информацию, чтобы человек заинтриговался. Это дание следующее. Вы предлагаете человеку информацию, если человеку интересно, вы его дальше проводите по системе, а я уверен, у вас система спонсирования присутствует. Если человек говорит нет, вы его откладываете как пустую ракушку. Со временем, возможно, вы обратитесь к нему и позже, когда захочется. Но ваша задача перебирать, перебирать, перебирать новые ракушки. Здесь многие писали. Вот кому понятна вот эта ситуация с первым пунктом, о котором я озвучил, поставьте плюс. Есть. Кто успевает, поставьте десятки, если вам понятна моя речь, потому что многие говорят, что я говорю импульсивно, энергично и быстро, возможно, и это позволяет людям не совсем успевать. Ага, ну десятки тысячи идут даже. Отлично, значит, я в том же темпе. Следующий момент, друзья мои, которым я хочу с вами поделиться. Я могу вас, надеюсь, назвать Настя. друзьями, потому что для меня все партнеры сетевой индустрии являются друзьями, потому что это общая индустрия, и в этой индустрии можно преуспеть только если вы будете ценить каждого партнера, своей команды, параллельных веток и, самое главное, параллельных компаний, потому что когда вы начинаете
вот эту ситуацию. Конечно же, есть разделение, конечно же, есть системы, конечно же, есть команды, но вы должны уважать всю индустрию, тогда вы 100% преуспеете. Так вот, друзья мои, следующее, почему я всегда это говорю, это вот то, что считаю нужно сказать. Вам нужно научиться говорить эмоционально с энергией. Мы называем это 3E. Энергия, эмоции сейчас на блокнотах, ручках, возможно, на блокноте написать вот 3E и запомнить, друзья мои, фразу «энергия, эмоция, энтузиазм». Многие могут говорить, что надо говорить, что надо писать и так далее. Я могу ответить, не важно, что вы пишете, а важно, как вы это делаете. Не важно, что вы будете говорить, а важно, как вы это будете делать. А делать это нужно с энергией, с эмоцией, энтузиазмом. Есть очень мудрая японская, которая звучит так. Если вы будете гореть, люди пройдут тысячи миль, чтобы посмотреть на вас. Друзья мои, людям не хочется идти за людьми, которые сами по себе вялые, которые ковыряются в носу, которые не имеют цели, которые не знают, куда они идут, которые не знают, придут они к успеху или нет, которые боятся этого результата, которые боятся техники. Знаете, Высоцкий в свое время пел очень мудрую песню: «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Поставьте плюсы, кто знает вот эту песенку и такой припев, да? «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Друзья, каждому из нас нужно стать вот немножечко энергично буйным. Да? Если вы хотите, чтобы за вами пошли люди, включите 3E – энергия, эмоция, энтузиазм. И вот это самый главный момент, который нужно включать в вашем спиче. А вот вопрос, что говорить, отвечает на это хорошо Том Шрайтер. Знаком такой автор, кто-то его знает как Том Шрайтер, кто-то знает его как Большой Л. В любом случае, это толстенький такой кругленький дядька, который достиг очень больших высот. У него порядка 20 лет не получалось в сетевой индустрии. 20 лет он копался, и у него строились, практически строились и рушили структуры. У него все это шло на смарку, он практически не зарабатывал. Но потом, когда он стал профессионалом в свое дело, за 2 года он выстроил структуру порядка 100 тысяч партнеров и клиентов. За 2 года порядка 100 тысяч партнеров и клиентов, и сейчас он является одним из самых известных сетевиков в мире. Так он говорит, что нужно говорить. Человек всегда хочет услышать ответы на 3 вопроса. Первый – это что за компания? Сколько здесь он, конкретно человек, может зарабатывать? И что при этом нужно делать? Вот эти 3 вопроса, на которые вы сами, в зависимости, чем вы занимаетесь и что вы предлагаете, должны написать ответы. Я вам рекомендую сейчас записать следующие пункты. Если вы хотите правильно научиться говорить и подавать информацию, то универсальная формула существует. Это что за компания, сколько можно здесь зарабатывать и что конкретно при этом нужно делать. И вот это самый главный, но самый ключевой момент. Вот этот спич, если вы говорите по телефону, либо по скайпу, либо через вебинарную комнату, неважно, этот спич должен длиться не более минуты. Если это все-таки более такие люди, которые, есть понятие у Шрайтера зеленых, это люди, которые надо немножко разжевать, то максимум 2 минуты. Но вот в среднем 1 минута должен длиться вот этот спич. Примерно выглядит. Давайте приведем пример, и его приводит Шрайтер. Это звучит примерно так. Мы команда киллеров. И все, что мы делаем, это мы собираемся в клубе киллеров и думаем, кого же нам замочить на этой неделе. И вы знаете, мы ходим и стреляем периодически в людей. И нам за это платят очень хорошие деньги. Например, за каждого человека мы зарабатываем $1000 с каждого выстрела. Вы хотели бы посетить наше мероприятие, узнать, как мы это делаем и как на это можно преуспеть? Да, вот это есть 1-минутная презентация. Вы рассказываете, кто вы рассказываете, на что нужно делать. Это приводит Том Шрайдер в такую историю, она очень хорошо запоминается. Вот вы примерно должны свое предложение упаковать вот так. Мы команда такая-то, или мы компания такая-то. Ребята, которые с нами работают, зарабатывают вот такие-то деньги. Если вы сами зарабатываете, приводите свой результат. Если нет, то говорите результат Николая, говорите результат своих наставников. И третье, что нужно делать? Мы делаем то-то, то-то. И предложение. Сегодня у нас вебинар, сегодня у нас конференция, сегодня у нас встреча. Можем сходить вместе. Вам интересно узнать более подробно? И так далее. Друзья мои, поставьте плюсы, кому это полезно, и те, кто услышал и понял то, что сейчас я сказал.
Отлично. Хорошо. В принципе, я так понимаю, время подошло к концу. Думаю, какие-то полезности дал. Их можно выдавать часами, но у нас ограниченный регламент. Могу сказать одно, что сейчас все продвигается в интернет, и классно, что вы работаете в интернет, друзья мои. И вот рекомендация от меня. Я сам использую сервисы конференц, продвигаю возможность людям использовать вот эти сервисы. Поэтому, если у вас есть желание эффективно продвигать бизнес, максимально старайтесь улучшать свое качество бизнеса, улучшать свое качество жизни, качество навыков каждый день. Вот это самый главный момент, да? То есть подумайте над тем, как вы можете сегодня улучшить свое качество позиционирования, бизнес, вас лично. И сервисы видеокоммуникаций вот в сетевом бизнесе это та глобальная такое глобальное решение, которое сейчас помогает многим сетевикам достигать высот. Если многие компании, я называю их компаниями-динозаврами, говорят, интернет это не для нас, видеоконференция это не для нас, мы привыкли по старинке собираться на кухнях, то поверьте, вот эти компании сейчас будут терпеть крах, а многие из них закрываются. И приходят на смену компании, которые выбирают новые технологии, которые выбирают новые системы продвижения, которые используют инновационные сервисы. Вот пользуйтесь видеосообщениями, пользуйтесь видеоконференциями. Я думаю, вам Николай даст подробность, как это сделать. А в любом случае, вам желаю одну важную вещь. Тут просили мотивацию. Друзья мои, один очень успешный человек, видавший виды, он из самых великих политиков и самых великих ораторов своих времен в середине 20 века. И у него было, вернее, ему предложили выступить среди большой аудитории, на большую аудиторию своим опытом жизни. Это такая история из жизни, да. И на эту конференцию, то, что он был очень успешным человеком в свое время, на эту конференцию съехались предприниматели, экономисты, бухгалтера, политики и все сферы самых успешных людей со всего мира. Несколько тысяч людей собралось в зале. И на сцену вышел уже пожилой, старенький дядька, сутулый, подошел к микрофону и сказал лишь одну фразу. Он сказал фразу, которая изменила большинство людей, которые сейчас говорят, многие сетевики, и я хочу ее закончить. Он сказал, никогда. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. И ушел с зала. Это был Уинстон Черчилль, друзья мои. Многие были разочарованы, потому что они проделали тысячи километров, чтобы попасть на эту конференц-зал. Но лишь немногие поняли, что это было квинтэссенцией всей его жизни, что это самое, что мог сказать человек, который пережил Вторую мировую войну и был премьер-министром Англии, который пережил много падений, и который не сдался в своей жизни. Поэтому никогда, никогда не сдавайтесь. Если вы взяли за дело, доводите его до конца и станьте успешными, потому что эта индустрия вам это сделает. Спасибо огромное за внимание. Я буду здесь рядышком. Вам желаю успеха, процветания и, самое главное, мудрости. Николай. Спасибо, Алексей. Напишите, пожалуйста, плюсики, кому полезна информация, которую Алексей дал. А сейчас я вас познакомлю с нашей гостьей Олей Корчумкиной. Здравствуйте, дорогие друзья! Поставьте, пожалуйста, десяточки, если слышно, видно меня сейчас так же хорошо, как и Алексея. Я рада вас приветствовать на этом сегодняшнем бизнес-вебинаре. Хочу сразу поздравить вас с тем, что вы сделали сегодня правильное решение, что вы взяли ответственность за сегодняшний вечер, за свою жизнь, за свой успех в свои руки. Приятно видеть аудиторию в чате такого уже зрелого поколения, что здесь не молодежь, не всегда действительно приятнее и приятно, и успешно работать с людьми, у которых уже есть жизненный опыт. Поэтому действительно, когда вы начали писать свой возраст, мне стало понятно, что наверняка мы с вами сегодня найдем общий язык. Поэтому я вас поздравляю с тем решением, которое вы уже приняли. Потому что большое количество людей, наверное, более процентов людей не берут ответственность за жизнь на себя. Это люди, которые продолжают жаловаться, кто-то на правительство, кто-то на недостаток денег, кто-то еще. И вы относитесь к той небольшой части из общего количества населения всей планеты, которые берут ответственность на себя и про которых потом говорят, а тебе повезло. На самом деле повезло
вам только в том, что вы когда-то услышали информацию, но вы именно ей воспользовались, взяли ответственность на себя. И скажите, пожалуйста, вот поставьте, пожалуйста, плюсики, кто принял решение в любом случае добиться успеха. Вот кто принял решение не сдаваться, вот получить, есть у вас какая-то цель, вы приняли решение ее 100% достичь. Отлично, много плюсиков. И вот никогда не теряйте свою цель из виду, потому что только так вы достигнете успеха, только так ваши приглашения будут эффективны, когда вы будете мотивированы и, соответственно, когда вы будете знать, куда именно вы идете. Мне вот... Еще напишите, пожалуйста, единичку, есть у вас вот эта жгучая цель, вот решение можно сегодня действовать, но есть ли у вас действительно внутри жгучая цель, которую вы хотите достичь, которую вы просыпаетесь утром и понимаете, что вот именно поэтому вы будете действовать. Очень приятно видеть столько целеустремленных людей, это круто, это ну, действительно залог успеха, потому что есть люди, с которыми сложнее работать, когда они не знают, чего они в жизни хотят. И в сегодняшний момент на своем опыте я уже четко знаю, что если немножко потерял цель из виду, то ты уже не будешь только. Около 5 лет работаю в сетевом бизнесе, и когда я пришла... Двух лет назад начала профессионально развиваться именно в интернет, чуть больше 2 лет назад, то до этого у меня были попытки зарабатывать, но более там, $100 это был мой максимальный чек на тот момент. Но когда я начала работать правильно, сейчас я уже знаю, что такое зарабатывать сотни долларов, $1000 и даже $1000 в неделю. И я понимаю, что я на сегодняшний момент у меня в организации там около 2000 человек, и понятно, что вот уже на практике, проработав с большим количеством людей, есть уже много людей, которые зарабатывают сотни тысяч долларов, то это все целеустремленные, амбициозные люди, которые четко знают, что я пришел, чтобы получить результат. И несмотря на какие-то трудности, несмотря на какие-то отказы, несмотря на то, что ты завтра столкнешься с тем, с непониманием, с отказами, с тем, что тебе будут говорить, что это там фигня, это не работает, и все такое, куда ты попал, беги оттуда. Но если вы четко понимаете, что у вас есть цель, вы уверены в своем собственном результате, только так можно добиться успеха. И вот сейчас уже я, ну, видно, Валя также была, видела, что вы находитесь в разных городах, в разных странах, и я думаю, вот напишите, пожалуйста, кто сейчас наблюдает за окном более кризис, у кого-то больше, у кого-то меньше, но я нахожусь в Украине, знаю, что и в России есть такая ситуация, когда цены растут, напишите, пожалуйста, плюсики, кто замечал, что что происходит, есть какой-то кризис за окном, который касается большинства людей, это подорожание в магазинах, это зарплата почему-то не растет, что-то интересное произошло с курсом доллара, и это все вот как-то сказывается на настроении людей, и кто-то в этот момент начинает жаловаться, кто-то ожидает, когда же это все наладится, а кто-то берет свою жизнь, свой успех, успех своей семьи, действовать, брать, искать возможности, не быть зашоренным, как вот большинство людей. Я сейчас понимаю, что когда мы перебираем вот то, о чем Алексей говорил, ракушки, мы видим, что большинство людей, они все-таки, им легче жаловаться, чем взять ответственность за себя и за себя на себя и увидеть возможности, которые к ним приходят. И вот эта возможность, которой мы с вами уже воспользовались, которую вы взяли, это сетевой бизнес, это лучше, вот в этом нужно быть уверенным на 100%, потому что здесь каждый человек может получить то, чего он действительно хочет. Хочет человек путешествовать, он начинает путешествовать. Хочет человек новый, а хочет купить дом, хочет купить квартиру, хочет помочь своим близким, хочет посещать какие-то тренинги, бизнес-тренинги, обучаться у лучших людей, у которых уже достигли результата, то именно здесь это дается где-то бесплатно, где-то действительно за это нужно заплатить, потому что то, что дается бесплатно, оно также и не ценится. Поэтому, как сказал один очень успешный предприниматель, он сказал, что первая ваша, самая важная, это инвестиция в свои, поэтому не бойтесь никогда заплатить.
лишний там доллар, два, три, либо сколько нужно будет, потому что эти, каждый инвестированный доллар, который вы инвестируете в свою голову, принесет вам сотни процентов прироста, даже тысячи процентов прироста. И вот сетевой бизнес – это единственный выход на сегодняшний момент, когда, в котором люди могут успешно быть те кризисы, которые у нас происходят за окном. А те, которые говорят, у меня нет денег, то я вижу, как и в моем окружении есть друзья, знакомые, с которыми мы по-прежнему остались знакомыми, но и 2 года назад, и 3 года назад жаловались, что у меня нету денег. И сейчас я уже рассказываю, что за последние 2 года я побывала в 9 странах благодаря сетевому бизнесу, благодаря бизнесу. А эти же люди продолжают говорить, что у меня по-прежнему нет денег. Но я говорю, если ты сейчас не начнешь делать что-то по-другому, то у тебя их и не будет завтра. Мы с тобой встретимся через 5 лет, через 10 лет, а ты все равно будешь находиться на той же работе, ничего не изменится, будешь ходить, отдавать свою жизнь за 8 часов. То в день и в итоге получать $100 за целый месяц. Либо ты можешь взять ответственность на себя и начать зарабатывать столько, сколько тебе действительно надо. И, конечно, бизнес, если говорить о сетевом бизнесе на сегодняшний момент, то это 100% мое понимание и убеждение, он должен быть в интернете. Каким-то одним регионом, каким-то одним городом, если мы работаем только офлайн, то мы, друзья, ограничены, у нас, скорее всего, возникнут проблемы. Если наш бизнес находится в интернете, он не имеет никаких границ, он безграничен. Вы можете находиться в Италии, ваш бизнес может находиться по всему миру, вы можете находиться в Греции, вы можете находиться в Украине, в любой деревне, но ваш бизнес находится везде, и таким образом нет никаких ограничений, вы можете работать, потому что сейчас вообще переходит на вот такие мобильные устройства, к которым уже подключен интернет, уже даже в Украине у нас запускается 3G интернет, поэтому на сегодняшний момент бизнес максимально должен быть адаптирован именно к интернету. И нет никаких проблем с доставками, нет никаких проблем с таможнями, задержками товара и так дальше, потому что бизнес находится в интернете. И я так же, как и Алексей, активно использую именно сервисы для видеообщения, потому что мы все с вами живые люди. Это ошибка, если мы считаем, что интернет безликий, там на сегодняшний момент очень много предложений в интернете, но живые люди идут на живых людей. Вот это еще одно мое понимание, убеждение, и поставьте плюсики сейчас, кто с этим согласен. Люди идут за людьми, они не только выбирают себе какую-то программу, какую-то партнерку, люди всегда смотрят, кто в этой компании, за кем человек идет, кто здесь уже зарабатывает и так дальше. Поэтому как можно максимально себя показать, как можно познакомиться с человеком, если не через вот такие сервисы видеообщения. Поэтому максимально примените, либо не примените. Но я уже на своем опыте могу сказать, что таким сервисом, данным сервисом, я уже за первый месяц после своего старта я зарабатываю долларов, около $1000 с первого месяца на тот момент я начала зарабатывать. И людей, которые используют систему в интернет, которые используют качественные сервисы автоматизации, которые используют такие сервисы, когда можно собрать людей в одном месте. Вот, например, да, сейчас нам не нужно было с вами ехать в какой-то определенный город, в какую-то страну, чтобы там пообщаться. Мы с вами встретились, вы меня увидели Николая, увидели живых людей, сейчас можете написать вопросы, я с удовольствием на них отвечу, и вы сделаете свои какие-то выводы. Поэтому общайтесь, можно автоматизированно привлекать себе людей, но в любом случае показывать себя либо в видеороликах, либо максимально выходить с людьми на живую связь. И относительно бизнеса в целом, вот то, с чего я начала, и, наверное, к этому в конце и приду. Всегда у вас перед глазами должна быть ваша жгучая цель. Кроме этой цели, максимально нужно себя окружить. Завтра мы услышали какую-то новость, кто-то смотрит телевизор. Я лично уже много лет, мне повезло, у меня в университете его не было, и потом он так и не появился.
Вот кто-то, может быть, смотрит телевизор, кто-то еще где-то черпает информацию. В интернете много информации, которая нас сбивает с курса. Окружите себя максимально напоминалками о вашей цели. Положите факты своей цели к себе в кошелек, поставьте на рабочий стол, повесьте и так дальше, вот как можно больше. Объясните своему мозгу простой пошаговый план достижения этой цели. То есть, что конкретно мне нужно сделать и в каком объеме. И помните, что наш бизнес – это бизнес статистики, это бизнес сортировки. Нельзя анализировать успех своего бизнеса уже там через первую неделю. На минимум 21 день, лучше на 90 дней, и просто идите пошагово, сортируйте людей, кто-то будет наблюдателем, кто-то за вами будет наблюдать и включаться чуть позже, но главное не останавливайтесь, главное, чтобы не было, чтобы сегодня действуете, через неделю вы остановились, потому что тот момент, с которого вы остановились, вам нужно будет начинать сначала, не только просто продолжать, а нужно будет начинать сначала. Поэтому будьте уверены на 100% в своем успехе, передавайте информацию с энергией, с эмоцией, с энтузиазмом, не бойтесь сказать что-то не так. Кто-то думает, что нужно что-то заучить, какие-то есть волшебные фразы. Есть фраза, ответ, ваш вопрос, а что за бизнес, что нужно делать и сколько можно зарабатывать. Максимум включите истории живых успеха в сетевом бизнесе, история успеха в вашей компании. И с энергией, с эмоцией, энтузиазмом рассказывайте об этом большому количеству людей. И ни в коем случае не зацикливайтесь на одном человеке, который либо собирается регистрироваться, либо уже зарегистрировался. Постоянно находитесь в активной позиции, потому что люди выбирают себе наставника, за которым пойти, и вот становитесь той личностью, которой люди будут готовы идти, а это нарабатывается именно практикой. Пока у меня также все, я также где-то между строк затронула и ответы на вопрос, как приглашать энергично, эмоционально и главное показывать, что вы пришли 100% добиться результата. И успех вашего бизнеса не зависит от решения того человека, которого вы приглашаете. Вот чтобы не было того, что я буду работать. Люди это чувствуют, даже это внутри. Если вы это не говорите, люди это чувствуют. Если тем более вы что-то подобное будете говорить, люди тем более не будут хотеть. Ваше принятие решения должно быть на 100%. Сейчас у меня также, в общем-то, все. Если есть какие-то вопросы, могу ответить. Если вопросов нет, тогда возвращаю слово Николаю. Спасибо, хорошо. Так, я тогда пока, Оленька, пока в это самое. Спасибо, потом, друзья, за внимание. Ага. Главное, примените. Хорошо. Так, все. Ну что, друзья, я думаю, вам всем полезна была информация, которую вам Оля преподнесла так эмоционально, да? И микрофон, Николай. Ага, хорошо. Так, простите, не включил микрофон. Я думаю, очень была полезна вам информация, которую вам Оля преподнесла. И хочу сказать, что завтра и послезавтра очень важные дни. Пригласите своих друзей, приходите сами. Значит, я завтра вас познакомлю с источником дохода, который можно применить именно после нашей школы, практические занятия. А Алексей вас познакомит в субботу. То есть я завтра покажу источник дохода, а Алексей в субботу вам покажет, при помощи каких инструментов можно добиться очень больших успехов и иметь, ну, скажем так, золотую жилу, то есть дополнительный источник дохода, который вас обеспечит на всю оставшуюся жизнь. То есть мы прекрасно знаем, что мы без коллектива мы никуда. То есть вы очень должны знать, что в одиночку никакой вопрос в жизни не решается, тем более в интернете. Вы должны приглашать людей. Вот именно через... Моя задумка вообще была организация этой школы, чтобы собрать вокруг себя как можно больше людей. Вы приглашаете людей на школу, они обучаются, получают инструменты, получают школу, возможность использовать эти инструменты и таким образом строят свои команды, потом начинают практические занятия, уже заниматься уже живым бизнесом и
под нашим руководством, именно вот когда я говорил о том, что лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих, вы как раз будете перенимать опыт тот, который уже вам будут давать успешные люди, которые уже прошли какую-то школу, да? И вот дальше, если вам это интересно, поставьте плюсики, пожалуйста, если вам это интересно. Хорошо, спасибо. Так что я приглашаю вас завтра на пятницу и на субботу, хотя я понимаю, что у всех праздники, все будут заниматься своими домашними делами, но выкройте время. Все-таки уже вечер будет, 20 часов, прийти именно вот на завтрашнюю школу и на субботнюю. Я думаю, Алексей вам подготовит очень интересную школу, и вы все послушаете, чем, при помощи каких инструментов можно добиться больших успехов в жизни и путешествовать по 5-10 раз в разных странах, по 5-10 раз в год. Ну вот, в принципе, и все. Можно на сегодня закончить. Я сейчас Алексея к нам добавлю. Он с вами попрощается. Да, друзья мои, еще раз благодарю за возможность дать информацию, пообщаться с вами, познакомиться ближе. И в конце я люблю решать фразы, которые Трейси. Когда я находился на его тренинге, от которого захватывало духа, от которого 4 часа просто переполняло эмоциями. Вы знаете, Брайан Трейси – это один из самых величайших тренеров, ораторов, успешных авторов бизнес-книг и так далее. Так вон, вот он сказал фразу, которую я всегда сейчас применяю на своих тренингах. Не важно то, что вы услышали, не важно то, что вы поняли во время сегодняшней конференции, а важно то, что вы сделаете, когда она закончится, или когда вы пойдете с зала. Поэтому я желаю вам действия, потому что действия приблизят вас на шаг к успеху. Именно действия дадут вам новый результат. Все остальное это не считается, друзья мои. Поэтому желаю вам действий, ну, конечно же, мудрости. Пока-пока, увидимся. Хорошо, спасибо, Алексей. Вот, кстати, у нас Татьяна Демченко пишет, вчера только школу я проводил по блогам. Она пишет, что у меня на блоге сегодня 60 просмотров. Это замечательный результат. Я поздравляю вас, Татьяна. Ну что, а теперь я Оленьку сейчас поставлю, тоже она попрощается с вами. Также, да, хочу поблагодарить за замечательный вебинар, за то, что мы с вами пообщались. Друзья, я рада, что вам информация была полезна, и хочу пожелать максимально с пользой провести эти праздничные дни. Хорошо отдохнуть, зарядиться и использовать вот это время, когда большинство отдыхают, а кто-то в это время обгоняет на поворотах. Вот кто-то уже в эти дни делает ту работу, которую следующие начнут делать только после праздника. Поэтому используйте максимально это время для того, чтобы быть на шаг впереди всех остальных, которые придут и будут действовать уже только после праздников. Хорошего вечера, веселых праздников и обгоняйте на поворотах. Спасибо, Оленька. Так, еще по поводу Ирины хочу сказать. Да, мы завтра будем использовать как раз вчерашнюю комнату. И я думаю, просто эта комната на 500 зрителей, она может быть немножко чуть-чуть тяжелее. Завтра будем в обычной комнате проводить, которую обычно проводим. Ну, все тогда. До свидания, да. Успехов. Спасибо, что вы пришли к нам, что вы посещаете нашу школу, и я думаю, с удовольствием будем для вас трудиться, будем подготавливать необходимые материалы и будем ждать вас опять к себе в гости. Ну, пока-пока, до свидания.